Здравствуйте, в эфире информационная служба «Кукчекпарат», студия Геримбегенова. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Безответственность граждан или сухая статистика. За 2021 год в регионе уничтожено 16 тысяч бездомных собак и кошек. Подробности уже через несколько минут расскажу вам я, Назира Балташева. На заседании общественного совета при партии «Нур Отан» были обсуждены ряд вопросов касательно отсутствия питьевой воды в Целиноградском районе. Об этом подробнее через несколько минут расскажу вам я, Зарина. Профессиональный жизненный опыт старшего поколения востребован у молодых. Подробнее об этом через несколько минут расскажу вам я, Иван Однорог. Личные данные граждан должны быть качественно защищены, а те, кто допустил утрату или кражу данных, будут строго наказаны. Об этом заявил Касым-Жумарт Токаев на заседании комиссии по внедрению системы цифровизации. Работа вице-министров, ответственных за цифровизацию, была раскритикована. Цифровизация не должна ограничиваться переводом услуг с офлайн на онлайн. Президент подчеркнул, что цифровую трансформацию государственных органов следует рассматривать как инструмент борьбы с бюрократией, коррупцией и неэффективностью. Общегосударственный цифровой прорыв невозможно создать без бизнеса. Конкурентоспособность крупных компаний определяется уровнем цифровизации. По оценке Siemens, 80% отечественных промышленных предприятий имеют уальные, так и с практической точки зрения. Следует расширять эффективные инструменты поддержки цифровых решений, в первую очередь в обрабатывающем секторе. При необходимости, изучив лучшую мировую практику, следует разрабатывать и внедрять новые практики. Глава государства подверг критике интернет и качество связи в стране. Операторы связи рекламируют один из параметров интернета, а на самом деле предлагают совсем другой, отметил президент. По моим данным, даже в столице может достигать 40, а порой и 50%. Это, по сути, обман потребителей, и эта практика должна быть решительно прекращена. Поручаю правительству законодательно регламентировать административный состав и санкции за такого рода нарушения. Мы постоянно говорим почти о 100% охвате всех населенных пунктов на территории Казахстана. Я сегодня говорил, все же давайте разберемся. Кибербезопасность в стране слаба. Если в прошлом году выявлено и заблокировано почти 2 миллиона кибератак, то уже за половину текущего года зарегистрировано 4,7 миллионов атак. Опасность возрастает. Особенно это касается банковских счетов, имущества и социальных выплат граждан. Нужно понимать, что формирование цифровой инфраструктуры означает и ответственность за ее безопасность. То есть качественную правовую и физическую защиту персональных данных. Это касается не только систем государства, но и цифровых экосистем, которые тесно интегрированы с государством. Там, где нет личной ответственности, нет порядка. Правительству следует разработать пакет законодательных изменений по ужесточению ответственности за потерю или кражу персональных данных. Проблем в строительстве и земельных отношениях также много. В сфере необходим переход от бумажных документов к цифровым формам. Это не только сократит сроки выполнения работ, но и снизит коррупцию и стоимость строительства. Чтобы добиться значительных успехов в IT-сфере, необходимы квалифицированные специалисты. Президент поручил правительству привлечь частные IT-школы к массовой подготовке кадров. Каждому вице-министру, ответственному за цифровизацию, глава государства дал поручение пересмотреть позицию их деятельности, оценить кадровый состав. В Казахстане будут построены ветровые электростанции мощностью 1 гигаватт. Об этом сегодня рассказали руководители нефтегазового концерна Total Energies. На встрече с участием французской компании был обсужден вопрос реализации проекта в сфере возобновляемых источников энергии в стране. Касым-Жумарт Токаев отметил завершение строительства и ввод в эксплуатацию двух солнечных электростанций в Кызылординской и Жамбылской областях. Речь также шла об увеличении объемов добычи нефти на Кашаганском и Дунганском месторождениях. В каждом регионе необходимо открыть отдельные оптовые центры. Такой вопрос депутат Бауржан Каниев поднял на заседании Сената. По его словам, если каждый регион будет самозанят, то цена стабилизируется. Избавившись от затрат на перевозку и для того, чтобы остановить ее рост, необходимо утвердить предельную цену на каждый товар. Правительство должно создать новый уполномоченный орган и жестко контролировать изменения цен, считает депутат. Отметим, что по данным Национального бюро статистики, с начала года в стране подорожали маркетинг.
морковь на 45%, картофель на 38%, подсолнечное масло на 16%, лук на 10% и сахар на 9%. Если Минфин ведет те же ограничения, что и в новом отношении к ценам на сигареты, минимальные цены, почему вы ставите сигареты, почему не ставите продукты? Сравните с табаком. Пусть водка уходит, берет то, что берет, курит то, что курит. К еде, которую вы едите каждый день, следует относиться строго к ней. Поэтому 5-6 посредников в двух кругах должны быть призваны правительственным к порядку. На заседании Сената рассмотрен законопроект о перераспределении полномочий между уровнями государственного управления. В его рамках предусмотрено внесение изменений и дополнений в 46 законодательных актов Республики Казахстан, в том числе бюджетный и уголовно-исполнительный кодексы. Кроме того, предусмотрена передача некоторых функций Министерства образования, науки, индустрии и инфраструктурного развития сельского хозяйства местным исполнительным органам. Сенаторы после всестороннего обсуждения вопроса одобрили документ в первом чтении и направили на дальнейшее рассмотрение палаты. Евразийский банк развития намерен в ближайшие 5 лет инвестировать в Казахстан 3 миллиарда 800 миллионов долларов. Об этом сообщил председатель правления финансовой организации в ходе встречи с президентом. Николай Подгузов ознакомил главу государства с основными направлениями стратегии Евразийского банка развития на 2022-2026 годы. Банк планирует содействовать реализации проектов, направленных на открытие транспортных коридоров Север-Юг, Европа-Западный Китай, созданию единых товаропроводящих сетей и модернизации водно-энергетического комплекса Центральной Азии. В эти проекты инвестировано 1 миллиард 200 миллионов долларов. Глава государства отметил активную роль банка в развитии интеграционных процессов. Статистика по COVID-19 на 28 октября 2021 года. В мире зафиксировано 934 387 новых случаев заражения коронавирусом. В Казахстане за последние сутки выявлено 1699 человек с положительным ПЦР-тестом. В Алматы 230, Павлодарской 223, Карагандинской 152, Североказахстанской 147, Нур-Султане 132, Акмолинской 121, Костанайской 110, Восточно-Казахстанской 90, Алматинской 88, Западно-Казахстанской 47, Актюбинская 45, в городе Шымкент 38, Кызылординская 34, Туркестанская 31, Атырауская 30, Жамбылская 26, Мангыстауская 7 человек. Маски и социальная дистанция все еще актуальны. Главная задача – не допустить распространения коронавируса. Медики призывают казахстанцев соблюдать все санитарные и эпидемиологические требования. Социальная служба осуществляет важнейшую из государственных задач. На плечи их сотрудников ложится забота о гражданах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Последнее воскресенье октября работники социальной защиты отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня в Кокшетау прошло торжественное награждение специалистов и руководителей данной системы. Аким области Эрмек Маржикпаев отметил, заслуги и профессиональные качества специалистов, яркий представитель соцзащиты, награждены медалями и благодарственными письмами. Сегодня в области у нас 129 работников, неправительственных организаций оказывают социальные услуги. Благодаря именно этому незаметному, но необходимому кропотливому ежедневному труду, терпению, милосердию наши одинокие пожилые люди и инвалиды не остаются без внимания и заботы. Конечно же, спасибо вам за ваше внимание, любви, доброту, отзывчивость и теплоту. Канат Байбуров работает в сфере социальной защиты уже порядка 15 лет. Является председателем общественного объединения в реабилитационном центре инвалидов «Мейрым Бурабай». В нашем центре имеются на обслуживании 16 детей, дети с инвалидностью, лиц, так сказать, с инвалидностью. Дети различного диагноза. Есть дети с аутизмом, с ДЦП, психоневрологические задержки речи. В нашем центре, значит, они получают реабилитацию, адаптацию, социализацию. Мы работаем с семьями, с родителями. У нас имеются технические средства. Помогаем нашим семьям, у которых имеются особенные дети, в этой жизни, так сказать, адаптироваться. Бахыт Сыздыкова в этом году вместе с юбилеем независимости страны отметит 30 лет работы в этой сфере. Ее трудовая деятельность началась с руководства отдела занятости социальных программ. Мне эта система очень нравится. Оказание вот именно помощи одиноким, нуждающимся людям, инвалидам, которые вот именно необходима помощь таких людей, как мы. Я хочу поздравить
всех работников системы социальной защиты, не только нашего района и области. Профессиональный праздник социальных работников в Казахстане стали отмечать ежегодно с 2011 года, в последнее воскресенье октября. Эта работа очень специфическая, требующая не только теоретических знаний, но и навыков общения, умения сострадать, психологической выдержки, терпения. Хотя, безусловно, лучшая награда для человека, занятого в такой трудовой сфере, это благодарность тех, кому оказана помощь. Айгерим Бигенова, Бауыржан Смагулов, Дидар Умурзак, Кокшиакпарат. В городе Коши наблюдается дефицит общественного транспорта. До недавнего времени он считался поселком. Сегодня численность населения здесь 80 тысяч человек. При этом на линии обслуживают всего 3 маршрута. Местные жители недовольны ситуацией. Об этом сообщил секретарь маслихата города. Также на очередном заседании областного маслихата был рассмотрен вопрос бродячих собак и кошек. Подробности далее в сюжете. Ситуация с бродячими собаками и кошками требует внимания. За 2 года в регионе уничтожено около 40 тысяч бесхозных животных. В области действуют 19 ветеринарных станций. За прошлый год они уничтожили 21 тысячу бродячих собак и кошек. На эти цели из областного бюджета выделено 54 миллиона тенге. Аналогичная работа продолжается и в текущем году. На 2021 год объем выделенных средств из бюджета на эти цели составил 39 миллионов тенге. С начала года с учетом дополнительно выделенных в сентябре месяце 9,2 миллиона тенге, общая сумма составила 48,2 миллиона тенге. По обращениям физических и юридических лиц на данное время за 9 месяцев уничтожено порядка 16 тысяч голов бродячих собак и кошек на сумму 39,8 миллионов тенге. Секретари маслихатов и руководители управления обменялись вопросами и ответами в части актуальных проблем районов и городов. Я всегда говорю, что без проблем нет населенного пункта. Проблемы у нас знают жители района, районная и областная администрация. Это вопрос света. Не решался уже много лет. План на 2022-2024 годы мы вносим 24 проекта. В том числе вопросы не только света, но и воды, дорог. По итогам встречи для секретарей районных маслихатов проведена экскурсия по культурным и образовательным объектам областного центра. После участники совета в рамках 30-летия независимости страны высадили 30 саженцев в Центральном парке. Назира Балташева, Абзал Балтабаев, Дархан Мужибаев, Жамбыл Балтаев, Кокшиакпарат. Около 20 населенных пунктов, расположенных близ столицы, могут остаться без питьевой воды. Такая ситуация сложилась из-за строящихся карьеров в Целиноградском районе. Этот вопрос активно обсуждался на заседании Общественного совета экологии при партии «Нур Отан». Жители Целиноградского района не могут воспользоваться имеющейся водой. В результате проводимых раскопок в районе возникли риски высыхания подземных вод. Большие неудобства испытывают жители, занимающиеся растениеводством и животноводством. Целиноградцы неоднократно обращались в компетентные органы с жалобами, однако вопрос пока не нашел своего решения, находится на стадии обсуждения. Около 20 сел вблизи столицы рискуют остаться без воды из-за разработки песчаных карьеров. Жители Жанаисильского сельского округа Целиноградского района, чтобы остановить добычу песка, губительно для запасов пресной воды, стучат во все инстанции. Сельчане переживают за свое будущее, потому что живут в основном за счет хозяйства и поливных огородов. Село Караменды, бывшая Семеновка, из-за появления песчаных карьеров сначала лишились привычных пастбищ, потом жители заметили, что вода в их колодцах уходит, уровень скважины за несколько лет снизился почти на 2 метра. Для работы карьеров требуется ряд лицензий и контрактов. Отдельные компании продолжают свою деятельность, несмотря на то, что остаются вопросы, которые до сих пор не урегулированы. Игнорирование вопроса наличия водных ресурсов на территории карьеров может оставить сельских жителей без воды вовсе. Касательно несогласия жителей Жанаисильского сельского округа, хочу здесь отметить, что на сегодняшний день в жалобе указывалось 4 месторождения, 4 контракта недропользования. Контракты были представлены, заключены управлением предпринимательства в период с 2015 по 2017 годы на основании всех необходимых согласований, как известно, все экспертизы уполномоченных государственных органов имеются. Был также расторгнут контракт с ТОО «Исиль АБС», но
по решению суда он был восстановлен в мае текущего года. К слову, на сегодняшний день на территории Целиноградского района действует 57 контрактов на добычу полезных ископаемых. Зарина Беккалиева, Сундук Наурызбаева, Павел Соловьев, Кукшакпарат. В Кургалжинском районе большое внимание уделяется вопросам ремонта дорог, обеспечения качественной питьевой водой. Завершен средний ремонт 7 улиц. Впереди решение других масштабных задач. Кургалжинский район уделяет большое внимание развитию земледелия и животноводства. Здесь большой спектр работ. Так, за январь-сентябрь 2021 года объем валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства превысил 14 миллиардов тенге. Также сегодня особое внимание уделяется рыбному хозяйству. В регионе работают 6 бригад рыбного хозяйства. Мы должны привлекать инвестиции, потому что это сектор сельского хозяйства. Поэтому мы рассматриваем работу по инвестированию в основной капитал. В текущем году общая площадь сельскохозяйственных культур составила 112 тысяч гектаров. Урожайность в этом году составила 10 центнеров с гектара. В прошлом году 11 центнеров с гектара. В связи с отдаленностью района зафиксирован отрицательный миграционный показатель. В соответствии с этим освобождаются и дома. Аким района отметил, что их реконструируют и распределяют для молодых специалистов и молодых семей. Также из государственного бюджета были выделены средства на ремонт внутрипоселковых дорог, обеспечение качественной питьевой водой. Завершение работы ввод объектов в эксплуатацию запланировано на 30 ноября 2021 года. Результаты данной работы будут опубликованы на официальном сайте районного акимата. В основном объем инвестиций строительства жилья составил 525,7 миллионов тенге. Строительство финансировалось за счет собственных средств населения. Теперь в селах и аулах есть все для нормальной жизни. Хорошие улицы с освещением. Мы также работаем над развитием этой инфраструктуры, потому что эта сторона жизни была не самой лучшей в нашем районе. При поддержке со стороны акимата Акмолинской области был уложен асфальт на 15 улицах Кургалжинского района. Кроме того, в районе стартовали различные проекты, приуроченные ко Дню независимости. Регулярно проводятся спортивные и культурные мероприятия. Иван Однорог, Сундук Наурызбаева, Дархан Мужубаев, Амир Кайшибаев, Кукшиакпарат. В текущем году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» в регионе освоено 5 миллиардов тенге. Поддержано 1163 проекта. Государственная инициатива реализуется с 2010 года. За этот период одобрено около 2000 бизнес-идей на общую сумму 165,3 миллиарда тенге. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и промышленности. В программе «Дорожная карта бизнеса» максимально освещена социальная направленность. Так, в этом году представителям социально уязвимых слоев населения выделено 20 грантов, молодым предпринимателям – 39. Есть еще один радостный повод, связанный с «Дорожной картой бизнеса». Средства в рамках программы увеличены в 2,5 раза. Это более 7 миллиардов тенге. Отметим, что программа, эффективность которой проверена временем, будет продолжена до 2025 года. За период действия программы субъектами бизнеса произведено продукции на более 1,3 триллиона тенге, уплачено более 100 миллиардов тенге налогов, создано более 5000 новых рабочих мест. В текущем году бюджет программы увеличен более чем 2,5 раза, составляет 4,3 миллиарда тенге по программе «Дорожная карта бизнеса». На субсидирование выделено более 4 миллиардов, гарантирование более 1 миллиарда, на подведение инфраструктуры 1,6 миллиардов. Таким образом, экономический рост сохраняется стабильным. Другая важная программа – экономика простых вещей. В ее рамках с начала текущего года реализовано 55 проектов общей стоимостью 12,4 миллиардов тенге. А если взглянуть на статистику 2019 года по сегодняшний день, то 250 предпринимателей, открывших свое дело, видят значимость этой программы. У всех регионов есть свои планы, которые необходимо исполнить, индикаторы, меморандумы между акимом района и акимом области, дорожные карты Нур-Отана по реализации предвыборной программы. Поэтому все индикаторы у всех есть, и мы должны, безусловно, их исполнить. Программа будет продолжена в следующем году, чтобы граждане беспрепятственно занимались предпринимательством и продолжили вносить вклад в сохранение устойчивого экономического роста региона и государства. Айгерим Бегенова, Гульмира Аманбаева, Медет Кайркенов, Кокшиакпарат. В рамках празднования 30-летия независимости в областном центре прошла встреча семей, взявших на себя ответственность опеки над детьми. Основная цель мероприятия – обсуждение возможных проблем, поддержка опекунов.
В Республике Казахстан День опекуна отмечается с 2010 года. Ежегодно в областном центре чествуют людей, взявших на себя такую ответственность. В народе их называют «люди с добрым сердцем». Они не побоялись трудностей. На встрече приняли участие 10 опекунов из города Кокшетау. Наше мероприятие проводится для поддержки семей. Мы хотим показать, что они не без внимания, что мы о них помним и всегда готовы помочь. Наша главная задача, чтобы количество детей в детских домах уменьшилось, и каждый ребенок воспитывался в семье. Мы выражаем благодарность людям, которые занимаются воспитанием детей, их всесторонним развитием, мотивируем их. Домохозяйка Асия Амрина 4 года назад стала мамой для 3 малышей. При этом женщина воспитывает еще 3 родных детей. Каждый ребенок должен жить в семье и достоин счастья, считает Асия. Сегодня нас пригласили на День опекунов города Кокшетау, отдел образования. Хочу выразить свою благодарность, так как нас пригласили. Вот. Есть такие родители, которые могут посвятить себя, свою жизнь, дать детям всю свою любовь, внимание. Если будут такие родители, побольше в нашем мире, в нашем Казахстане, у нас не будет у нас детей-сирот, не будет детей много как бы в детских домах, чтобы они чувствовали в любящей семье иметь маму, папу. На сегодня в городе Кокшетау 214 детей находятся под опекой. Зарина Беккалиева, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Кокшетау-Акпарат. Улучшение качества жизни и благосостояния жителей районов и сел на повестке дня. Особенно важно обеспечить качественной питьевой водой отдаленные населенные пункты и наладить качество дорог. В рамках этого активно реализуется программа «Ол ели БСГ» о работе, проводимой в Жаксынском районе, в следующем видеоматериале. Программа «Аул Ельбесг» была инициирована лидером нации Нурсултаном Назарбаевым в 2019 году, согласно которой поставлена задача улучшения качества жизни сельчан путем выделения дополнительных средств из государства. В результате был проведен долгожданный ремонт дорог, районов и сел. Значительно улучшилось благосостояние населения. С этой целью из республиканского и областного бюджетов выделено более 664 миллионов тенге. По итогам госзакупок выделено 618,5 миллионов тенге. Заключены договоры. На сегодняшний день завершены работы по 24 проектам. По 3 проектам идут судебные процессы в связи с задержкой работ с подрядной компанией по первой улице ведутся работы. В целом, в рамках программы «Аул ЕЛБСГ» в районе реализовано 28 проектов. В рамках государственной программы «Аул ЕЛБСГ» из республиканского областного бюджета были выделены денежные средства в размере 255 миллионов тенге на проведение ремонта дорог. Были проведены ремонты по 9 улицам села Жексы общей протяженностью 12 километров. Для обеспечения безопасности населения были обновлены дорожные знаки, проведены работы по установке дорожных разметок. Кайрат Жилкайдаров считает, что данная работа будет продолжена и в дальнейшем. Планируется отремонтировать 58 километров трассы республиканского значения Жаксы-Чистополье, 30 километров дороги областного значения Жаксы-Державинск, а также 16 километров подъездной дороги к селу Чапай. Александра Гауэрт, Фариза Асылбекова, Амир Койшибаев, Кокшетау-Акпарат. Дороги Буландынского района обновляются. В частности, приоритет отдается отдаленным селам. В целом, в районе отремонтировано 50% дорог. В текущем году на эти цели выделено 727 миллионов тенге. До настоящего времени в районе на отдельных улицах отсутствовали тротуары. Акцент всегда был смещен на направление ремонта дорог. В текущем году на 11 отремонтированных улицах проложен тротуар, проведено освещение. Ну, сейчас, конечно, дорога стала получше, она более гладкая такая стала. Еще мне вот нравится, что вот сделали подъезды к домам, к магазинам. Дорога нормальная, да. Но есть места, которые действительно еще надо делать. Вот что. Тротуаров не было вообще, да. Молодцы, ребята, разговора нет, спасибо. В этом году в районе реализовано 5 проектов. В 2022-м специалисты отрасли планируют сменить акцент на сельские дороги. На дороге сел в этом году были выделены средства, подготовлена сметная документация. В настоящее время готовы документы 9 населенных пунктов. Выдано бюджетное задание, но есть планы, что эти проекты будут реализованы в рамках следующего проекта «Аул Ельбесыга».
Так, за текущий год отремонтировано 8% дорог района, что составляет 50%. В следующем году планируется обновление еще 9 сельских дорог. В таком случае процент вырастет до 70. Назира Балташева, Абзал Балтабаев, Медет Кайркенов, Жамбыл Балтаев, Кукшиакпарат. Государство оказывает значимую поддержку в сфере культуры. За 30 лет независимости изменения налицо. Обновленные фасады, теплые дома культуры, новые народные коллективы. Особенное внимание уделяется районным и сельским очагам культуры. В самом начале становления независимого Казахстана и культурные очаги были лишь на старте развития. Сауля Имагамбетова, заслуженный работник культуры, помнит все. Холодные здания домов культуры, отсутствие электричества и воды. Нам, как ветеранам, есть что вспомнить и что рассказать. Возглавлял отдел культуры 1998 года. Это спустя 7 лет после принятия независимости. И надо сказать, конечно, это были разрушенные дома культуры, когда все материально-техническая была, база совсем была на низком уровне. Надо сказать, что сейчас большие изменения. В Акмолинской области большое внимание уделяется модернизации клубных объектов культуры. Сегодня материально-техническая база соответствует современным требованиям. Во всех районных домах культуры проведен капитальный ремонт. В них систематически проводятся и текущие реновации. Сейчас можно сказать о том, что как проводится отопление. Это был первый вопрос отопления в сельских клубах. Сейчас все они снабжены печным, центральным отоплением. Работают библиотеки. На тот момент были холодные это здания. Поэтому особенно это тяжелое положение было в сельских местностях. Не сразу, но постепенно восстанавливается наша жизнь. Вы знаете, что без культуры, без культурных мероприятий не проходит ни одно важное событие в районе, в селе. На сегодняшний день в Буландынском районе в трех очагах культуры прошли капитальные текущие ремонты. В прошлом году отремонтирован дом культуры в селе Капитоновка. Также в этом году завершены строительные работы в селе Тастеозек. В Буландынском районном очаге культуры обновлена материально-техническая база. Александра Гауэр, Тамир Койшибаев, Кокшиакпарат. В Кокшетау открылась Академия карате имени Жасталапа Санаова. Основная цель ее деятельности – воспитание спортсменов, защищающих честь страны на различных соревнованиях. В мероприятии приняли участие отличники спорта. Спортивная академия имени Жасталапа Санаова – это три полностью оборудованных зала. В настоящее время в академию принято около 200 спортсменов. Они готовятся по таким видам спорта, как олимпийское карате, вольная борьба, рукопашный бой, карате киокушинкай, джиу-джитсу. Для детей созданы все условия для занятий спортом. Работают квалифицированные тренеры. Большинство секций проводится бесплатно. Сегодня в городе Кокшетау открывается прекрасный зал единоборств имени мастера спорта международного класса Жасталапа Санаова. Это прекрасный праздник для жителей города Кокшетау и Акмолинской области. За эти годы независимости, за 30 лет, казахстанские карате очень хорошо развиваются. Вы знаете, в карате есть несколько различных стилей карате. Вот, и во всех практически стилях наши спортсмены завоевывают отличные медали, высоко поднимают флаг Казахстана. Тому подтверждение последняя Олимпиада в Токио, которая проходила, где наши два каратиста заняли две медали, две бронзовые медали. Я занимаюсь карате с 11 лет, ну, это уже очень много. В тренерской работе я уже 21 год. Воспитал 7 чемпионов мира. Вот, ну, на этом мы еще не останавливаться не будем, еще будем идти дальше, добиваться еще больших успехов. В регионе активно развивается спортивное карате. Сегодня акмолинские спортсмены успешно выступают на различных соревнованиях и добиваются положительных результатов. Иван Однорог, Салтанат Бейсенова, Марат Ахмеджанов, Дидар Мирзак, Кокшиакпарат. И на этом время эфира подошло к концу. В студии была Айгерим Бегенова. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире.